Василий Гаврилович, наконец-то! Есть новости! И кто это с вами? Комиссар Никитин. Он тоже был в Волково. Сейчас он сам вам все расскажет. А почему он один? Их что, убили? Последний раз, когда я видел ваших товарищей, они были живы. Зобель повез их в тюрьму. Но это же еще хуже. Мы должны что-то сделать. Вытащить их оттуда, пока не поздно. Поэтому я и пришел. Мне нужен доброволец, который отправится со мной вызволять пленных. Гриш, а Гриш? А не в этой ли самой тюрьме ты сидел? А тебе что за дело? Решил меня комиссару сосватать? Да и мутный он какой-то. Может, он и не комиссар вовсе, а засланный казачок. Это вряд ли. Не могли они у наших расположений базы выпытать. А идти кроме тебя все равно больше некому. А че не Кулагину? Ты с ножом управляешься лучше. Да и стены высокие тебе не помеха. Пожалуйста, дядя Гриша, мы ведь клятву давали. Вы же сами говорили, что надо жить по понятиям. Вот сученыш, а? Решил поймать на слове. Эх, ладно. Пошли, комиссар. Только смотри мне без фокусов.
Европу. Да, суровая крепость. И бои за нее тоже были суровые. Мы можем проникнуть внутрь там же, где ворвались немцы. Через пробитую снарядом брешь в стене башни. Подозрительно, что ее до сих пор не заделали. Захватив крепость, они не стали ее восстанавливать и пошли дальше. Зобель здесь не дольше пары недель. Не нравится мне этот план. Далеко. Лучше я перелезу через ворота, достану ключи и открою. Правда, потом еще ключ от пожарного выхода придется сыскать. Так что хрен редьки не слаще. Еще где-то здесь есть архив, который фашисты собрали на местных. Уничтожив его, мы осложним им задачу по выявлению потенциальных партизан и подпольщиков. Главное не спалиться. Если нас заметят, хана. Тут я. Керосином запахло. Так и будем сидеть. Здесь враг. А вот нехрен зевать на посту. Штеримся! Я знаю, что делать. Кого тюкнуть? Палец, суки. Что у вас? Здесь враг. Тихо. Свали, Крайрон! Опасная дистанция. Так и будем сидеть. Понесла! Рискованно. Остро
будем сидеть. Сохранять хладнокровие. Говорите. Палят, суки. Шкеримся. Угу. Командуй, начальник. Кого тюкнуть? Керосином запахло. А вот нехрен зевать на пасту. Мозги сушишь. Горло бы промочить. Керосином запахло. Палят, суки.
Шкеримся! Да, вольность. Тихо. Опасность. Говорите. Черт, заметил. Что делать? Буксы горят. А вот не хочу плевать на пасту. Шкеримся. Кого тюкнуть? Палец, суки. Здесь враг. Томил вертеться. Рамте партизан. Тише, шеф. Сидеть. Тут я. Буксы горят. Ладно, Леген. Всем за базар. Дистанция. Тут я.
Вот тебе красный галстук. Тут я. Керосином запахло. Так и будем сидеть. Тебе красный галстук. Командуй, начальник. Палец, суки. Отдыхай. Зря вы молчите. Времени у нас много. Вы мне все равно все расскажете. Еще не случалось, чтобы я не получил ответы на все вопросы. В конце концов, если вас не уговорит Карл, может, это сделает белокурая фройлайн? Или та девочка из деревни? Что скажете, капитан? Что ты не доживешь до утра. Знали бы вы, сколько раз я уже это слышал. Вот увидите, скоро вы заговорите совсем по-другому. Начнем все сначала. Где ваша база? Могу пощекотать перышком. Мозги сушишь.
Могу. Слушаю. Тут я. Штеримся. Че? Слушай. Вот тебе красный галстук. Зря вы молчите. Могу перышком пощекотать. И будем сидеть. Что у вас? Что у вас?
штеримся. Керосином запахло. Чё, так и будем сидеть? Суки. Тише, шеф. Опасная дистанция. Ха, могу перышком пощекотать. Чё, так и будем сидеть? Керосином запахло. Чисто сработано. Тихо. Могу пощекотать перышком. Джим? Чё делать? Девать на пасту. Слушай. Так и будем сидеть. Будем сидеть. Опасность. Порешил. Этого порешил. Чё, так и будем сидеть?
Командуй, начальник. Сохранять хладнокровие. Здесь враг. Угу. Я знаю, что делать. Палец, суки. Рискованно. Ситуация под контролем. Рискованно. Шкеримся! Палец, суки. Завалился. Понеслась! Врёшь! Этого я не предвидел. Шкеримся! Теремся! Не стоило взывать на посту. Сохранять хладнокровие. Стоило взрывать на посту.
может заметить. Тихо. Палят, суки. Рискованно. Палец, суки. Опасность. Теремся. Чисто срастно. Здесь враг. Рискованно.